Ой, мне так нравятся вот эти вот бывшие, которые заходят на твою страницу и ставят лайки. А еще больше мне нравятся те, которые заходят, ставят лайки, а потом через какое-то время их убирают. Это похоже на наподобие: «Привет! Я не ушла из твоей жизни. Я здесь. Ну, я поставила лайк, ты никак не прореагировала, поэтому я его, наверное, уберу». Почему-то так особенно любят делать те, с кем вы прям реально так это плохо расстались. Ну, реально, там, говнеца вам подлили и все такое. И он такой через какое-то время добавляется, такой: я хочу просто пообщаться. Мы же можем быть друзьями. Да? Говна кусок. А что делает Екатерина Громакина, когда вдруг происходит такая ситуация? Да ничего она не делает. Я не добавляю в друзья таких людей. Тем более не отвечаю на их сообщения. А еще лучше добавить черный список.